Всем доброе-доброе утро. Ну что, проверим наши вкусняшки. Прошло вот 12 часов. Я уже приоделась в теплом халате. Надо еще теплые тапки приобрести. Вот так. Ну что, сейчас я посмотрю. Ой, колтычок какой хороший. Опа. Немножко. Так, прикрою пока. Ну, что скажу, да и колтычок готов уже, вот такой вот, ух, вкусняшка, долго они его грызут, да, ну вот, видите, в принципе, достаточно ночи, обычно я там поздно вечером ложу, когда чуть раньше, когда чуть позже, вот, и вот они высушены полностью, высушена легкая, такие кусочки, кусочки это разики, как я говорю, раз и съели. Вот, все, они все подсушились. В принципе, можно выключать и складывать в ведерко. Вот, так что, ну все, отличненько. Что, угощать? На, не? Буду угощать своих девчонок, которые тут со мной гуляют пока отдельно. Ну вот и хорошо. Вот и ладненько, вот и чудненько. Есть чем угостить моих ребяток. Здорово. А главное, что без всяких там химии, без всего-всего, все домашнее, все с любовью для моих собачек. Супер, отличненько.